Energia lui ajunge cât pentru trei. Despre Dimitri Voloșin ne poate spune mai multe. Ironman, sportivul care a alergat la minus 60 de grade, inginer, inventator, organizator de evenimente în trecut și un om de creație la moment. Le reușește pe toate și ne demonstrează că și în Moldova se poate. Мне жена говорит: Волошин, ты прожил уже 3 жизни или 4 нормального человека, тебе еще 45, а ты уже, блин, несколько жизней прожил. Остановись. Вот у меня есть ощущение, что я не все сделал. То есть у меня есть понимание, что у меня есть большой ресурс, у меня есть силы, у меня есть сильная компания, у меня есть сильные информационные возможности, у меня мотивация есть. И я должен еще много чего сделать. То есть я нахожусь там, я не знаю, в середине пути, может быть, даже в начале. Не собирался делать бизнес для того, чтобы заработать деньги. И сейчас я не занимаюсь этим. Я, по большому счету, как предприниматель, как бизнесмен такой себе. Я больше человек творчества и человек, который старается делать то, что ему нравится, то, что, во что он верит. А деньги, слава богу, у меня есть друзья, мои компаньоны, партнеры, коллеги, которые помогают, чтобы все эти идеи приносили деньги. Мотивация – самое главное. Движок в жизни – это делать то, что любишь, а не то, что приносит деньги. А если твои коллеги становятся друзьями, то это абсолютно нормальная практика, и тебе с этими людьми комфортно работать. Сейчас мой круг основной друзей – это люди, которыми я работаю бок о бок здесь, в компании, которые помогают делать все наши проекты. Сделать VR-мультфильм – это очень дорого, это очень сложно, для этого очень нужно знаний и людей. Поэтому для меня, для моей команды это особенная гордость, что вот наш мультфильм признали и на фестивалях, и в Форбсе, и сейчас крутят в Китае, и в Бразилии. Это экипировка для фридайверов. А фридайвинг – это спорт, когда люди ныряют под водой. Кто дольше проплывет под водой на одном вдохе, тот и побеждает. Так вот, эту штуку одевают спортсмены-фридайверы для того, чтобы не всплывать. Коллекцию собираю уже, наверное, лет 5. Началось с того, что я вообще одним из первых в Молдове начал использовать Apple. И тогда я встретился с жутким сопротивлением у себя в компании, потому что все работали на Windows, на Microsoft и не понимали, что это за штука. Даже до сейчас у нас в компании работает 200 человек, и у всех 200 Mac. Сейчас современные предприниматели не ограничены рынком Молдовы. Сейчас весь мир открыт благодаря интернет-технологиям. Твоими клиентами может стать любой человек в Китае, в Бразилии, в Нигерии, в США, где угодно. И этим нужно пользоваться. То есть я вижу больше плюсов, чем минусов, чтобы не уезжать отсюда, оставаться здесь и делать бизнес, который можно экспортировать. Я своими примерами, своими проектами постоянно пытаюсь не просто на словах доказать, что это возможно, и сделать успешный бизнес в Молдове, продавая по всему миру, абсолютно реально. И это работает прямо здесь и сейчас. Снимаете, да? Да. Uite, așa facem cu invitații noștri, pentru că ei rămân uimiți. A, voi ați reușit și acolo. Și cum zicea Dimitri, здесь и сейчас el este pe canapeaua noastră. Mă начали, все, да? Привет. Da, am început, am început. Pentru că la noi e așa, totul e în ritm real, așa cum ești tu. Atunci când oamenii ajung pe profilurile tale de Facebook, Instagram sau în general, citesc știri despre tine și blogul tău, nu-și pot imagina că tu în urmă cu 7 ani erai cu totul alt om. Tu ai zis deschis că erai la un pas de depresie și că consumai alcool. Nu, eu... 8 лет назад был совершенно другим человеком. То есть я находился в таком состоянии, в тупике, знаешь, как в лабиринте. Зашел в тупик, передо мной была кирпичная стена, потому что я не знал, куда идти дальше. То есть я состоялся как бизнесмен, состоялся как творческий человек, но я не понимал, что делать дальше. И я пил, и так пил, хорошо пил, ежедневно пил. Я курил, у меня был вес за 90 килограмм, и я себя очень плохо чувствовал, у меня была гипертония. То есть такая вселенная потихонечку меня списывала, знаешь, уже потихонечку все, ну все, ты свое дело сделал, мы от тебя сейчас избавимся, все. Гипертония, инсульты, до свидания. Все, начался спорт, и все поменялось. Спортул pentru tine a fost ca o luptă cu propriul organism și cu propria putere. Pentru că să alergi
atâția kilometri la minus 60 de grade pentru un scop nobil, nu cred că oricine ar vrea să părăsească confortul de acasă și să alerge la o asemenea cursă. Tu erai conștient că te duci acolo, dar cine știe dacă vei înapoi? Нет, не понимал. Мне жена говорила, что, Дима, ты понимаешь, это может быть one-way ticket? Я говорю, нет, не понимаю. Во-первых, я еду не один, я еду с друзьями со своими. Во-вторых, я не еду, я не знаю, там, где нет людей вообще. То есть я понимал, что я могу сам отморозить себе легкие, отморозить себе нос. Я мог там получить какое-то заболевание. Это могло бы, но я точно бы не умер. Но это действительно опасное мероприятие было. Я начал даже это понимать, когда вернулся уже больше оттуда. То есть, когда я там был, на адреналине, на эгегей, с ребятами там. И смотрю, местные там дети, минус 50, они гуляют. Правда, если холоднее, чем минус 50, детей в школу нельзя ходить. Mm-hmm. Закрывают школу. А до 50 нормально. То есть, 45 детки идут в школу, там, по сугробам, по пояс, идут в Эмиконе. И смотришь на все, ну, что со мной случится? Ну, ничего, да, нормально. Просто я не учитывал, что я побегу, понимаешь, и буду дышать воздухом этим. А потом уже понял, что надо с этим очень аккуратно. Soția ta e foarte prezentă în postările tale, pentru că tu îi mulțumești foarte mult pentru faptul că îți rabdă nebuniile și te așteaptă și te iubește. Și recent ați făcut și o aniversare frumoasă. У нас был юбилей, и действительно, жена за меня очень переживает, она меня очень сильно любит, но у меня характер непростой. Скажу честно, я человек достаточно сложный, и на работе об этом знают, и моя супруга об этом знает. И я благодарен этой женщине, потому что она дает мне силы двигаться дальше. На самом деле, это великая женщина, которая настрадалась со мной, и я сейчас пытаюсь компенсировать то, что я принес ей столько страданий, столько мучений, столько переживаний, для того, чтобы она уже сейчас начала получать удовольствие от жизни. Еще раз хочу обратиться. Вика, большое тебе спасибо, что терпишь меня, балбеса. Я буду стараться изо всех сил стать лучше. Честное слово. Вот честно, вот клянусь перед всеми зрителями. Прости. Я sunt sigură că tu încerci să fii mai bun nu doar pentru soția ta, dar și pentru tine și pentru comunitatea în care trăiești. Pentru că faci foarte multe pentru comunitate, doar filmulețul de an nou, pentru că și eu duc un mod mai eco de viață și implicările tale în tot ce înseamnă verde, în tot ce înseamnă maratoane, pentru că toată lumea se supără când se aleargă la maratoane și se blochează niște străzi în weekend și tu vii cu postări din astea de nu-ți mai rămâne nicio replică. Ție-ți pasă de locul în care trăiești? Tu puteai să faci business peste hotare foarte bine, poate mai bine decât în Moldova. Я вообще считаю, и много раз говорю всем, что в Молдове очень хорошие условия для того, чтобы заниматься бизнесом, развиваться в нашей стране. Буквально вчера у нас есть хорошая новость. Мы получили, молдаване в первый раз получили международную, самую престижную премию по промышленному дизайнеру и в Design Awards. Это говорит о том, что в Молдове возможно получать, создавать продукты мирового уровня, что здесь есть люди, которые это могут сделать. Здесь есть и продуктовые дизайнеры, и инженеры, и программисты, и менеджеры, и топ-менеджеры, которые могут создать продукт и вывести его на глобальный рынок. Поэтому я категорически не рекомендую никому уезжать отсюда, кто хочет попробовать свои силы, и можно делать здесь. Слава богу, есть интернет, и продавай на весь мир. Китайцы, американцы ждут. Лобстеру. Este... Da, așa cum ai scris tu pe peste... Nu e lobster de mâncat, e descufundat. Ca atare. Lobster, da, voi l-ați văzut mai mult numai prin desene animate sau poate unii dintre voi ați avut norocul să și mâncați. Ce zice să purtați un lobster pe voi? Un lobster inventat în Moldova. Iată și deținătorul premiului despre care ai spus tocmai recent. Эта штука нужна для фридайверов, для того, чтобы людей, которые ныряют, для того, чтобы они не всплывали, чтобы держались толще воды, отрегулировать, чтобы ты ни вверху, ни внизу был. И это с помощью лобстера было установлено несколько мировых рекордов, на секундочку. Спортсмены Горан Чолок установил мировой рекорд в нем и проплыл, по-моему, 250 метров под водой на одном вдохе. И женский рекорд был установлен. Валерия, что я хотел сказать про...
для чего он нужен, ты меня спросила. А потом я сказал, что мировые рекорды. А потом я сказал, что эту премию мы получили, и что мы сегодня шампанское пьем всей компанией. Да, да, сегодня у нас большой праздник. Для нас это прям большая победа. И мы на днях выпустили еще продолжение «Лобстера» второй серии «Белт». То есть такой же будет только для, да, да, для пловцов, для дайверов. Ну делаем же, можно же, понимаешь? Да. И здесь не нужны большие деньги, чтобы его сделать. То есть эта штука делается из металла обрезиненного. Да, сделай, продавай. Те все фридайверы в мире знают, что такое лобстер. Все фридайверы в мире. Не все могут себе позволить, потому что продукт премиальный, он дорогой. Он очень... Ну, 200 евро, он не прям такой супер дорогой. Да, foarte, foarte scump. Pentru, ce, pentru că ăștia care fac asemenea sport, practic asemenea sport, nu o fac cu bani puțini. Nici jumătate de oră să vorbești aici, pentru că ai și despre filme, și despre animație, și despre invenții, și despre maratoane, ultramaratoane și alte evenimente de acest gen. Aripi. Au prins aripi în Moldova, aripi premiate în Statele Unite ale Americii. Și nu doar, și Londra, că am văzut și poze prin, prin Londra. O altă producție cu care ați făcut senzație în lume. Этот мультик немного необычный. То есть это не те мультики, которые мы делали до сих пор. Это наш 7-й мультфильм. А предыдущие мультфильмы у нас больше были такие юмористические, очень классные, посещаемость просмотров, там десятки миллионов у каждого. Этот мультфильм особенный по нескольким причинам. Во-первых, это новая технология, это VR-анимация, анимация для виртуальной реальности. Она очень сложно делается, намного сложнее, чем обычный трехмерный мультфильм, потому что там нет камеры как таковой и не снимается вот с одной точки все. Там проблема в том, что это как бы игра. То есть ты можешь посмотреть, походить по территории, заглянуть под стол, обойти персонажа говорящего, то есть быть частью мультфильма. Это первое. Второе, сложность была в драматургии, потому что, сделав изначально мультфильм, мы поняли, что мы ничего нового не говорим, то есть все то же самое, ха-ха, хи-хи, гэги. И я не мог понять, что происходит не так, что не так с этим мультфильмом, почему он не срабатывает. Вот я смотрю его, но ничего не остается внутри после него. И тогда, именно тогда произошло неприятное, прям очень болезненное событие в моей жизни. У меня пропал друг Юра Бородай, который занимался дельтапланеризмом, учил детей летать. У него был свой аэродром маленький. И он с бураку ел. Он посвящал себе полностью мечте, вот осуществление мечты летать людей и считал, что это самое главное. И он пропал в один день без вести, и до сих пор мы не знаем, где он. И этот мультфильм я посвятил ему, его истории, о том, что нужно мечтать, несмотря ни на что, всегда быть верным своей мечте. И об этом, собственно, мультфильм. Возможно, поэтому он был принят тепло на многих фестивалях по всему миру, и мы поездили, покатались, собрали 12, по-моему, наград первых мест за лучшую анимацию. И еще, наверное, будут. Сейчас, что касается анимации, мы... сосредоточились на социальных мультфильмах. То есть мы сейчас делаем мультфильмы про экологию, про социальные проблемы. Маленькие, стараемся делать их вирусными, смешными. Но за этим смехом, за этой улыбкой есть большой слой проблемы, который стоит задуматься человеку. Da, puteți să intrați pe paginile lui ca să le vedeți, dar până atunci haideți să vedem câteva imagini din aripi și cum o animație VR din Moldova a reușit să ajungă virală, de ce nu în lume. Cu aripi, nici încălțăminte nu-i trebuie, pentru că ai făcut multă lume să rămână așa, atunci când te vedeau desculți pe stradă, la evenimente publice, la decernări. De ce mergeai desculți? Eu știu că eu tot am trăit la țară și iubesc acest lucru, dar în oraș totuși e un pic diferit și aerul poluat, praful pe jos. Ție nu ți-a fost frică de nimic? Da, posibil. Прекрасный вопрос. Да, ты видел, наверное, как я в посольство ходил, да, все было смешно. На самом деле я поставил для себя... Я, во-первых, не ходил босиком, я и сейчас хожу босиком, просто сейчас ходить босиком холодно и грязно, да. Вот как только наступит апрель, я опять сниму ботинки, опять буду ходить босиком. Ходить босиком буду всю жизнь. То есть пока нормальная погода, да, в Молдове, я буду ходить босиком. Во-первых, это очень-очень приятно.
да, ходить босиком. То есть ты чувствуешь контакт с землей, постоянно контакт с природой. Ты не отвлекаешься, ты не улетаешь куда-то мыслями, ты всегда находишься в реальности, то есть здесь и сейчас. Потому что можешь залезть куда-то не туда. Во-вторых, это очень полезно, да, для суставов, для ног, вообще для всего тела. Там большое количество рецепторов находится на стопе, и таким образом организм тренирует свои органы таким образом. А если касается социального вопроса, да, почему, Дима, это же как-то ты ходишь, ты вроде как бы не последний человек в этом городе, и вдруг ходишь в шортах каких-то, босиком, с грязными пятками, по городу, в ресторане сидишь, фу. Вот я такого не встречал, не знаю. Ты первая говоришь мне, почему фу, да. Ну, но он зыскай фу. Не знаю, приду ли к тебе еще раз. Ну, потому что люди не sunt obișnuiți cu așa ceva. Да, все равно. Și poate puțin ți-au zis, dar mulți au gândit. Ну, мне, честно говоря, все равно, что думают про меня другие. Абсолютно меня это не интересует мнение. Главное, чтобы я никому не причинял вреда. Да? Если мои пятки никому не мешают, ну не нравится, ну терпи, значит. Да, амбассадору кум сау итат. Так приходит, я прихожу в ресторан, говорю, Дима, почему ты пришел в обуви? Что происходит? Я говорю, так, блин, зима. Они привыкли все босиком. Да и бине, ел наре невое де сандали, ну келтуи бани вара пенкалцементе. Плюс. Ты не видел, как я домой ложусь. Прихожу домой, я же ноги не мою. И ложусь спать с такими ногами. То есть сначала жена меня жутко ругала, ремнем прогоняла с кровати, говорит, иди мой ноги. Я замучился каждый день мыть ноги. Ну что это же ненормально. Они черные у меня такие. Я ложусь и говорю, слушай, вот отодвинься там на метр, я тебе туда не полезу. Просто. Если полезу целоваться, полезу головой, не ногами. Оставь мои ноги в покое. И все, мы потом перестали обращать на них внимание. Я по дому хожу, я их не мою, там, ну неделю могу не мыть. Нормально абсолютно. Никаких болезней, никаких грибков, никаких гвоздей нет, никаких стекол и наркоманских шприцов. Они просто отсутствуют. У нас нормальный, чистый город, обычный город. И босиком можно не только ходить, но можно и бегать. И можно пробежать марафон. 42 километра босиком без последствий для организма. Потому что это здоровый, естественный образ для передвижения человека на земле. Мы же обезьянки раньше были, если ты в это веришь, да. Так что и пятикантропы, и неандертальцы, кроманьольцы, все ходили босиком. Чем хуже? Мне дискуссия, шай, пентелесу тутурор. Суб апа резишти кита минуты? 6,5. 6 minute și jumătate. În aceste 6 minute și jumătate, ce e în capul tău? Wow! Это целая жизнь. За 6,5 минут проходит целая жизнь. Ну, в двух словах, смотри, как это происходит? Значит, сначала ты рождаешься, ты дышишь воздухом перед нырком, потом набираешь полные легкие и уходишь в воду. И ты оказываешься в утробе матери. Ты как будто бы внутри. Абсолютная тишина, внутри тебя благодать полная, ты ничего не чувствуешь, ты висишь невесомости, понимаешь? И вот так проходит 2-3 минуты в абсолютном комфорте, просто в эйфории. Ты засыпаешь, и тут начинаются схватки. Начинаются контракции, так называемые. Организм понимает, что много внутри углекислого газа и хочет от него избавиться и хочет вдохнуть. А ты ему не даешь. Это то же самое, что тебя как будто рожает женщина, понимаешь? И тебе становится все хуже, 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 хуже. Ты двигаешься, двигаешься, двигаешься. Потом начинает мутнеть сознание. То есть ты сдерживаешь себя. И если до сих пор ты спал и улыбался, ты лежишь под водой и улыбаешься, то здесь у тебя, ты сосредотачиваешься, у тебя появляются хмурки, ты подплываешь к бортику, и где-то после 5-й минуты начинаешь сражаться уже, понимаешь? Не просто висеть там, сражаешься. И тебе твой бадди, твой помощник, он стоит рядом и говорит время. Дима, 5 минут. Все. И он видит, как у меня... Все сильнее и сильнее. И ты вот здесь свой мозг обманываешь. То есть много есть хитростей фридайверских, как обмануть свой мозг, чтобы он не отключился. Потому что самое опасное во фридайвинге – это блэкаут, когда ты теряешь сознание просто. Когда мозг понимает, что выхода нет, он отключает тебя, но не отключает полностью. Ты когда отключаешься, ты всплываешь, и мозг через минуту опять начинает, дает команду дышать. Если рот открыт, значит, ты начинаешь дышать и спасаешься. То есть он очень хитро устроен. Так вот, чтобы тебя не вырубило, есть много разных хитростей. Чтобы ты мог еще минуту-полторы просидеть. Например, рефлекс млекопитающих. Когда ты воду на лицо ложишь, поливаешь, у тебя начинает сердце медленнее биться. Если ты спускаешь немного углекислый газ, организм успокаивается. Ты же хочешь вдохнуть не потому, что тебе кислорода не хватает организму, а потому, что углекислый газ накапливается, и он хочет от него избавиться. Это яд, он отравляет организм, понимаешь? Рецепторы реагируют на углекислый газ. И ты как только выдыхаешь, тебе становится легче. И вот у меня было пару случаев, когда я не успевал выдыхать вовремя и выходил поздно. И у меня есть видео такие жуткие, что как меня начинает трясти, и я ухожу в... сваливаюсь. Я, в принципе, поэтому перестал заниматься фридайвингом, потому что каждая тренировка — это
знаешь, как на границе жизни и смерти. Я, психологически очень тяжело это выдерживать. Поэтому 6.30 это не прям большой результат. Это где-то там... На чемпионате мира я был посередине где-то. Mm-hmm. То есть монстры сидят там по 8-9 минут. А чемпион мира сидит 12. Чтобы ты понимала. Так что 6,5 минут может любой. Ты потренируешься, ну, у тебя легкие не такие большие, но вот 5 минут ты точно просидишь. Вот серьезно тебе говорю. Да, ну что так им требует. Ам дой копии. Кто такая, что копии пе care trebuie să-i crești. Eu plăcere să discuți cu omul ăsta și eu mă bucur foarte mult pentru că reușește să facă tot ceea ce simte și nebunia asta pe care o are el o aduce în realitate, iar multe din lucrurile frumoase care se întâmplă în țara noastră, nici nu știți, dar stă el împreună cu o echipă de oameni. Spor în toate și sper că îți mai vii la noi. Vara, fără încălțăminte. Știu, все. Все. Прекрасно посидели, спасибо. Все, увидимся, еще принесем кучу гостинцев тебе. Da. В следующий раз. Așa. Atunci când am ieșit în culise, m-am salutat cu următorul invitat și Dimitri zice, da, pe mine de ce nu mă îmbrățișez? Da, știți, prieteni, красиво, женщина обняла этого, блин, не скажу кого, а меня проигнорила. Просто здравствуй, улыбнулась. Я тоже хочу обниматься.